Это уже 27-й по счету. Ну, я скажу, картина как-то однотипная. Тут, там, место проехали несколько километров. Сколько? Километров? Оттуда? Да. Километров 7, наверное. Ну, километров 7. А картина, по сути, ну... Не, ну потому что улики однотипные. Не, я имею в виду местность, тоже ярочек, точно так же. Пчелки летают. Да, пасека в Андрея очень большая. Около 500 семей. Мы проехали несколько тачков. Крутяк, конечно. Человек работает. Куда нам со своими стаульями? Да. Подходы серьезные. База хорошая, да? По подсолнуху через год. Год хорошая база. Год в другое место мы уезжаем. Ну, мы так туда, на ту сторону, где я вас встречал. Да, я не знаю. Реально, ну... Реально... чуть-чуть. Не, ну в зиму есть кому ну, идти. Короче, че, вот это шикарненько, а тут вот такие пяточки это, расплода. Да. Вот это тут раз, два, три, ну шесть рамок, вот так. Ему. Да, это я знаю, я ж это, так, шикарненько же она по сути такая есть. Есть помощнее. Ну плюс-минус, да, где больше, где. Семьи, да, да побольше стояло магазинов. Семья, где побольше магазинов стояла, там и побольше всего. Ну, скажу честно, откровенно, у меня семьи послабее. У нас получается 30% таких сынных, 30% средних. Ну, у нас всегда. Ну, всегда, да. Ну, всегда на любой пасеке, особенно когда пасека большая. Это 10 ульев, там можно выровнять. Можно выровнять. Да, а когда пасека большая, то там это. То тут же попробуй все, ну, тут не выровнять. Ага, открытая закормка, да? Ну там уже нема ничего. Не, ну понятно. Сейчас посмотрим. Это мы последний раз в год. Ну, это первый сезон на открытой закормке? Или не? Или же... Батя корма уже один в 30. А, уже давным-давно, да? Да. То есть это пройден этап. Да, мы тут и ос параллельно кормим. Ну, естественно. В этом году ос вообще немерено. Ну нормально. Это же открыто надо забрать, просто ос ханаты там, блин, если честно. Ос не, ну ос в этом году очень. Дома очень немерено. Что мы привозим сюда? Сюда два баллона. Сначала мы пока тепло было, трошки резче кормили. Получалось, мы туда 4 баллона выливали молочных, сюда 2. Это получается 3 мешка сахара за день. До вечора не забирали полностью. Потом оно чуть-чуть прохладнее стало, не забирали они. Уже по 4 начали возить. И вот это такое интересное. Я кажу, деду, кажу, бензин палим. Может, кажу, выгоднее ведрами их кормить дома на месте. Да не хочу, ну и всю жизнь кормят. Ну да. Улики с тополя сделаны. Это сосна. Это вот это тополь тоже. Ну,
Да, воно. Це у нас цим по 2 года составом, цим по году. Время покажет. Тільки от единственное, что я промазал. Я просто не успевал. Покрасы весь без оливки и краска отлетает. Андрей, тут закончили. Ну да, немало. Тысячу 300 их было, а сколько их сейчас осталось, то спёрнем нас, то кто-то придет подарим, то это самое, то забудем. А, что же надо рассказал этот вредитель, слушайте, ну этот, енот, с пехода, открывая крышку, забирая стаканчики. И попёр, выедая этот самый, ну это ценуклиус, валялся, нашли в посадке недавно. Тоже дрова пыляли, нашли, тоже стрелы. Выедая вот эту личинку всю, и сидят пчелы там с маткой. Хорошая система, мы попробовали четырехместные, одноместные, всякие там. Самая такая классная система. До тётика. Вот начинается. Сейчас надо наклеить. Работы, конечно, дуже багато. Це треба все це рамочки поклеить. Там мовить пудру. На сьогодні не можу сказати. А, це Димарєєн куча. 8 доларів буде. Склад. А, это подгрызу. Рулон целый. Фольгоизова. Для миксера. Джук-джук. Медогоночка. Медогонка. А у вас у меня такая была. Точно такая? Один в один. Ну, хоби не знаю, набралось это. Просто мы качаем же сироп, бачу кормом. Да. Вот это компрессор цей. Ох, и хорошо. Это потужный компрессор, да? Ну да. Ну, наверное, я не знаю. Ну сейчас. Да. Ну я поэтому смотрю. Ну, малево, оно не должно быть. Да. Ну, есть же маленькие, но это. Показал газель, на газель ты качаешь, сейчас скажу. Сильный. 23 ампера. Угу. 10 килограмм на сантиметр. Да, точно, даже решетки такие. Сейчас же там не сетка идет. Там я купил головорамки комплекта. Мы ничего не делали. Мы сняли каждый жуток. Изжали. Один в один, да. Изжали. Мы сжали кассеты. Да, потому что это кассеты бывает, что рвало рамки раньше. Да, а сжимаешь кассеты и нервы. Ну, я тоже на видео показывал все эти вещи. Это причина черная. У нас тут подогонка одна стоит, там другая одна стоит. Тут там стол у нас. Александр Пасечник жарит шашлык на пасеках в Андре. Конопляна Андрея. Шашлык. Шашлык-машлык. Андрей Коноплин. Я готовил сам лично, будем пробовать. А ну, костя, Санечек, приятно. Расскажи, ты на 23 пасеках тачках побывал? Ну, ваши впечатления. Не знаю, ну, это шутка много, была. Конечно. Немножко, конечно, я в таком эмоциональном восторге, потому что приятно видеть красивые пасеки. Вот, подход интересный. Но я не знаю, когда он успевает все это делать. Я просто в шоке. Для меня, допустим, это недостижимо все. Когда он это все успевает делать? Вот давайте спросим все. А? Когда ты это все делаешь? Марк. Андрей, ты, ты на пасеке и живешь, наверное. Да ну да. Ну дома ночуем теперь. Этот самый. Сейчас же ночью иногда приходится работать. Между прочим, кстати, ночью хорошо мухлюса матки принимают. Марк. Да? Вот один раз мы спили с дедом с это фонариком. Это секретик, секретик. Поперли ночью кидать. Они сидят, удивляются. Разматка. Да. Ура, да. Даже такой опыт есть, видишь, ночью матки принимать. Кстати, возьмите на заметку, может, потом не ну, будет. Маток надо подсаживать все равно. Вот сегодня отобрал, сегодня надо подсадить, желательно. Почему лучше принимать? Если они переночевали пчелы без матки, у них уже, короче, настроение другое. Ну что, ребята, объездили все пасеки, все, которые здесь находятся в нашем ближайшем районе, у Андрея и у отца.
Вот. Приехали к нему на базу, жарим шашлык, разговариваем о пчелах. Хотелось бы, конечно, пожелать огромное спасибо, сказать огромное спасибо этим ребятам, пожелать им крепкого здоровья. Спасибо. Потому что они открывают такие двери, мы были в таких местах, но, ну, надеюсь, там вы что-то там увидите тоже, или увидели это в конце, да? Вот. Так давайте за ваше здоровье, ребята. Спасибо, что приехали. Да. Если что, звоните, приезжайте еще. Обязательно. Здесь встречаемся на Бжелярском кругу. Да. Делаем. Огромное спасибо. Не за что. Поскольку собирались в гости до Андрея, наконец приехали. Отцу так же самое. Огромное спасибо. Крепкого здоровечка вам будем. Угу. Будьте здоровы. Да. И, спасибо, что приняли. Да. Как говорится, спасибо, что пришли, еще больше, что пришли, да? Звоните, не к нам. Прибирайте еще. Не, ну, теперь вы к нам. Только если проездом будете ехать, вдруг что, чего? Саня, привет, мы тут рядышком, я вас там перехвачу. Обязательно. Так, на круге встречаемся, да? Обязательно. Цевин у нас в Колыме будет круг. 7-8 октября. Через неделю-две. Через две недели, да? Да, ровно через две недели. Так что встречаемся, обязательно, да, заканчивайте свои работы, приезжайте, отдыхаем. Ты потом три дня отсыпаешься, как че наоборот до этого. Подожди, как получится. Да. Еще раз пять. Все. Еще раз вам. Все. До свидания. До свидания, Вань. Всем ребятам пока. Вот так вот побывали у Андрея. Коноплина. Фамилию знаете, да? Вот. Человек открытой души. Вот, очень хороший матковод. Экспериментатор. Короче, молодец. Что сказать? Что-то у нас, конечно, получается. Очень получается. Все хорошо. Многие берут с себя пример. Все, пока. Поехали. Все, давай.